Пашка, не спи, ёптай. Бык колхозный. Всем привет, друзья, с вами канал Карабаш 74, я его ведущий Евгений, и, собственно, сегодня у нас на обзоре гараж. Гараж, который гараж. Ну, это так, сарказм. Естественно, сегодня у нас модификация для игры Спинтайра с Мадранер. Мне в спешке даже пришлось взять, сделать новый полигон. Новый полигон, потому что это Нива. А Нива требует нового полигона. Вот. Это необычная Нива. Ссылочка, естественно, в описании. Лайк с тебя. Не забывайте это делать. Не забывайте ставить лайки. Вот. Что касаемо самой Нивы. Нива 4x4. Все дела. В общем, эта Нива, она умеет плавать. И так как она умеет плавать, нужно было сделать большое озеро. Что, в принципе, я и сделал. Островок, на котором есть все. Погрузка бревен, топливная станция и вода. Очень много воды. Вот. Сама Нива выполнена достаточно хорошо. С тем условием, то, что эта Нива уже просто взята откуда-то. Потому что Нив уже было для Спинтайроса, да и для Мадранера уже их переписали давным-давно. То есть их очень много. И конкретно эта Нива... То есть она ничем больно не выделяется, то есть где-то что-то убавлено, где-то что-то подрезано просто, то есть и поставлены новые замечательные колеса. Колеса, которые не дадут нашей Ниве утонуть сегодня. Пашка, не спи, ёптай! Бык колхозный. В общем, поехали по аддонам разбираться. Вот. По аддонам разбираться. Кстати, есть точки зацепа? Нету? Ее завести нужно сначала. Давай заведем. Звук отвратительный, если честно. Сейчас добавлю немножко. Ну, похож на нивовский звук, но он отвратительно сделан. И не надо мне писать, блядь, сделай, попробуй сам. Не надо мне это писать. Я не мододел и не звуковик, чтобы сидеть и звуки делать. Раз ты мододел, значит, ты должен как пердодел поступать и делать звук нормальный. Вот. Поехали. По аддонам разбираться. Собственно, у нас спереди стоит кенгурятник небольшой. И к нему можно пришпилить дополнительное освещение. Фары. Они работают, кстати. Вот. Также дополнительно можно дугу поставить сверху на кенгурятник. Тогда нельзя уже поставить фары. Я не знаю, почему их нельзя поставить, но почему-то... А, они автономно уже ставятся, да? То есть, если мы эту... Да-да-да. Если мы, короче, пришпиливаем сверху дугу к кенгурятнику, тогда у нас автоматом ставится и сверху на кенгурятник дуга, и, собственно, сами дополнительные подфарники, так скажем. Далее, флешер. Флешер — это мигалки у нас. Мигалки, которые мигают. Да, они мигают. Принято. Флешер. Немножко другой, но идет уже с фароискателем. Ночь и тишина, данные навек. Песня там такая была. В этом фильме «Бандитский Петербург», по-моему. Не помню. Пиши все в комментариях. По-моему, правильно вспомнил. Стрела. Здесь все называется стрелой. Да, он поворачивается. Фароискатель работает замечательно. Отлично. Просто великолепно. Гениально. Вернуть. Вернул. Фароискатель вернул. На базу. Так, включаем день. Пусть будет. Запасное колесо. Запасное колесо нам дает 200 ремонтных очков. Кстати, это приблуд нам что-нибудь дает? Ничего не дает. Замечательно. Запасное колесо. А, флешер. Вот. Дополнительная функция вращения захвата стрела. А, ну да.
200 ремонтных очков запаска нам дают. Хорошо. Также у нас имеется трейлер, в котором у нас 2 очка гаража и 400 ремонтных очков. В принципе, неплохо. Кстати, у нее здоровье 300. А солярки 42 литра. Ты смотри, прямо. Прям сделал-то как на самом деле. Интересно, какой расход у нее. Вот. Подобного рода вот так вот выглядит наш доблестный прицеп. На какую-то гробовозку похож. Так. Убираем. Смотрим дальше. Трейлер. А, ну это просто то же самое, только без тента идет. 300 ремонтных очков. А, ну здесь мы везем гараж и 400 с тентом. А здесь мы везем без тента 300 и без гаража. Логика. Так, флешер надо убрать и поставить трак с запасное колесо, мать его. Хорошо, вот так пойдет вообще огонь. Так, подожди, а вот в эту хрень можно что-нибудь загрузить? Не, ну там бы, наверное, написано было. Хотя, давай проверим, поехали. Дымит, дымит, мать твою. Кстати, вид из салона есть, но салонная текстура, она просто оторви и выкинь называется. Ёптать, это что такое еще? Да, тут вообще полная непонятка, что здесь произошло с углами. Да, замечательно, зато руль хорош. Окей. Ну ладно, хоть так. Поехали, Нива. Стоп, Пашка ударился, по-моему, об руль. Кстати, сидит как надо. Как надо сидит. А с рулем есть небольшая промашка, конечно. Не цепляется он за руль. Чё, грузиться надо? Где? Вот, погрузка бревен. Заезжаем. Стоп! Ваш грузовик не может перевозить. Думаю, это не грузовик, это Нива. Ничего не может. А чё там, что-то прямо этот... Топливо. Так. Трейлер. 300 ремонта. Ремонт. Топливо, стрела, ну это фароискатель. Ясно. Все понятно, короче. Заправляемся. А куда заправилась-то, мне вот интересно. Я не знаю, куда заправился, ребят, честное слово. Хрен его знает. Грузовик заправлен. Хорошо. Правда, это не грузовик, но ну ладно. Включаем дифференциал, полный привод. Ну, он уже за это самое, за фикшн. Поехали в воду. Естественно, в воду. Здесь сразу я уже, как бы, знаете, я первым делом, я ни аддон, ничего не смотрел. Сразу поехал, плюхнулся в воду. В общем, здесь глубина достаточно большая. То есть я могу приблизить, и вы это можете увидеть. То есть глубина действительно, ну это я сейчас еще продемонстрирую. Глубинище здесь достаточно большущее. В общем, подъезжаем к воде, нажимаем. По большому счету, вы можете заехать и так. Никаких проблем в этом нету. Машина, она не утонет. Вот. Но она не будет ехать просто. Вот и все. Она будет вот так вот тупо стоять. Для того, чтобы она поехала, вам нужно вот так сделать. То есть на второе положение поставить первой передачи. Но она, опять же, она не поедет вот с этим сраным прицепом. Он ее просто тупо тормозит сейчас. Вот. Для этого нам нужно отцепить прицеп. И теперь она должна поехать. Да. Ой. А что такое? Подожди, скрипт неправильно сработал, походу. Выезжаем. Пашка, блядь, катапультируемся отсюда. Полундра, блядь. Всех свистать наверх. Да ты чё, тряпка? И как ее теперь вытащить отсюда? Ну подожди. Трейлер удалить. Нива продолжит. Булькает, кстати, ты заметил? Она булькает. Сейчас, давай, давай. Короче, с прицепом можно даже не пытаться. Сразу никуда не поедешь. Все, замечательно. Намок только сильно.
Ставим на второе положение первой передачи. И поехали. Я не понял, колесо что ли большое или что? Что с ним происходит? Подожди, стой, давай девайсы удалим. Что-то походу с девайсами не тянет. Снять, да. И вот это тоже снять. Я думаю, колесо мешает. О, видал, сразу всплыла. Колесо, короче, просто мешает ей. Да, без колеса, короче. Надо пробовать без колеса. И она плывет. Да, она плывет. Здесь достаточно глубоко уже. Без проблем. То есть это машина, которая, в принципе, утонуть не может. Вода, видал, как волнуется. Прям вообще. И самое, что интересное, колеса не едут по этому, по низу. Они не передвигаются там по низу. Вот. Потому что я смотрел состояние, и состояние колеса здесь наверху. Собственно, машина из пенопласта сделана, походу. Вот. И она из-за этого может плыть. Сейчас выйдем подальше от берега. Там вообще глубоко. Да и здесь уже глубоко. Я там видал, уже вообще чернота пошла. Да, вот, видишь? Тут глубина уже, караул. Выходим. Выходим в море. В море. Плыви, Пашка. Плыви, кораблик. Ну, двигается достаточно неплохо. То есть преодолевать, допустим, водные преграды, на ней самое то. Она, знаете, вот эта вот идея, она, по сути, она хороша. Вот это хорошая идея сделать такую машину. Потому что эта Нива, я знаю, что она на самом деле есть, и они плавают. Вот. За счет вот этих колес. Но дело-то не в этом. Дело в том, что, как бы, эта идея, она хороша, она применима в игре. То есть, потому что у нас очень много бывает воды везде. И по факту получается, что... Вот, я сейчас, к примеру, возьму КамАЗа поставлю. Давайте создадим КРАЗ. Ну, КРАЗа. Блять, КРАЗ сразу под водой будет. Добавить. Где ты? Он где-то там глубоко. Где-то очень глубоко. Короче, где-то он там очень глубоко. Вы. Ага. То есть, ну, где-то там КРАЗ очень глубоко. Но машина плывет. И это самое главное, что она плавать умеет. По факту можно скоростями побаловаться. Можно опять же вот так вот на автомате плыть. А можно вот так побыстрее поплывет. Да, так она плавает гораздо быстрее. Можно на автомате плыть. Можно и вот так поплыть. Но она так очень медленно будет плыть. И видишь, по факту ничего не получается. Можно на один плюс поставить. Но она просто тупо как бы получается буксует и все. Эффекта никакого нету, то есть она быстрее не ускоряется. На автомате тоже хорошо плывет. Вот. Но все-таки я хочу, знаете, решить проблему с что касаемо прицепа. Давайте мы создадим еще одну Ниву. Вот туда вот мы ее сейчас поставим. Так. Нам надо будет за соляркой сгонять. Значит, вот так вот. Добавить КРАЗа, удалить эту, удалить, а на эту пересесть. Поехали, пока будем ехать, сейчас быстренько девайсы поставим на нее. Не, колесо не будем ставить, оно тяжелое. Вот, прицепим вот эту хрень, естественно, вот эту дребедень поставим, ну и все. Заправляем ее, посмотрим, с прицепом поплывет или нет. Не установлены модули, в которые можно залить топливо. Серьезно? А, ну колесо сняли. Ну да. Поехали. Жрет, я бы не сказал, что она много жрет. Вот. Но все равно топливо нужно. А возить топливо на крыше... Вы сами видели то, что мы сейчас посмотрели. И получается то, что по большому счету колесо просто нас топит. На вторую ставим, поплыли. Плыть можно?
Плывет, но очень медленно. Прицеп, по-моему, не поплывет. Он по дну едет, насколько я понимаю. Нет, смотри, прицеп плывет. Прицеп тоже поплывет. А давай со вторым прицепом попробуем поплыть. Создать Нива. Который с гаражными частями добавить. Так, это удалить. Это удалить. По, на это пересесть. Так, сегодня опять день эксперимента. Заводись. Заводись. Во. Гараж. Ну опять всю байду сейчас на нее поставим. Нет, оно мешаться будет прицепить вот этот прицеп. Давайте с ним пойдем в заплыв. Очень медленно. Ну, по большому счету, что вы хотите? Ладно, хоть вообще плывет. То есть, я так понимаю, это непотопляемая Нива. Вообще непотопляемая, она может плыть. Но с прицепом, видишь, это проблема. Опять же, у нас там ремонтные части в ней лежат и, собственно, очки гаража. Но она плывет. Сейчас еще поглубже попробуем затащить. Сколько масла. Кстати, булькает. Смотри. Ха-ха. Бульки херачат. Да-да-да, вот, все. Теперь за землю не зацепляет прицеп, мы побыстрее поехали. Зачет, короче, плывет. Проверено. Водоплавающая Нива. Просто плывет. Как корабль, блин. Просто как корабль плывет. Нормас. Конечно, я говорю, без прицепа это будет все гораздо быстрее. Отцепить. Но без прицепа она по факту тогда и вообще не нужна. Здесь она хотя бы за собой гараж тащит и может гараж открыть. Я думаю, что мы на стрим ее возьмем на какую-нибудь картежку. Обязательно возьмем ее на стрим. Вот. А с вами был Карабаш74, канал, я его ведущий Евгений. И, собственно, ставьте лайки и комментируйте. Обязательно не забывайте. И ссылка в описании. Всем удачи, всем пока.